нас сьогодні завітала керівник школи фінансової грамотності Наталя Гончарова. Вітаємо вас. Добре утро. Дуже часто ми чуємо з уст людей, які нас оточують, ти не вмієш складати бюджет, ти не вмієш розраховувати якось свої кошти. І сидиш і думаєш, а де ж цього навчитися, коли ну, з дитинства надавали тобі якісь кишенькові гроші, і ти їх якось розраховував. І на цьому все. На цьому навчання тому, як складати свій бюджет, завершується. Ті, хто пішов потім в університет на економічні факультети, можливо, вони вже навчилися, як формувати свій бюджет. Але тепер ця ситуація змінюється, і у дітей, у підлітків з'являється можливість дійсно вже у підлітковому віці навчитися якось розраховувати свій бюджет, слідкувати за своїми коштами. У цьому допомагає ваша школа фінансової грамотності. Да, наша школа финансовой грамотности рассчитана именно на это, потому что цель ее – это обучение детей финансовой грамотности, как правильно распоряжаться личными финансами, и основная задача – их социально адаптировать именно к взрослой жизни в этой сфере. Школа – это бизнес-школа, это основная часть финансового социального проекта Юниор Банк. У нас есть экскурсии, есть уроки финансовой грамотности, а это самый серьезный блок, который, я считаю, что если у вас есть дети от 6 до 17 лет, обязательно должны его пройти. Тобто вже від 6 років можна привчати дитину того, що в неї є якісь свої фінанси, і вона зможе вже у майбутньому свідомо до них підходити. Да, совершенно верно. У нас есть блоки, специально разработанные для детей разного возраста. Младшая школа, средняя школа и старшая школа. Бизнес-школа – это 8 тренингов, которые тематически подвязаны именно под финансовую грамотность и плюс еще психологическое воспитание детей, то есть их адаптация в правильности себя, подачи в этом мире, лидерство, ораторское искусство, то есть все это взаимосвязано. И эти все блоки могут пройти детки именно и от 6 до 17 лет. Все под их возраст. Немаловажно, що ваша школа, цей проєкт є безкоштовним. Але хочеться дізнатися, хто ж з дітей, з миколаївців може приєднатися до цієї школи і що для цього необхідно? Бизнес-школа действительно это бесплатное обучение. Тренинги читают сертифицированные специалисты, которые работают в банке. Они действительно подобраны по своему ну, и обращению к детям, и по своим навыкам. Для того, чтобы учиться в нашей школе, ну, совершенно абсолютно не нужно никаких ни затрат, нужно просто желание и родителям время, чтобы ребенка, допустим, если малыш привезти, а если взрослый, то чтобы он сам ходил. Для этого у ребенка должно быть самое простое, это карта юниора. Угу. Есть карта юниора, это ключик и проход в нашу школу финансовой грамотности. Она у нас используется в тренингах, как и тестовый материал, то есть мы на нем учимся, как правильно пользоваться банковскими услугами, правила безопасности на ней изучаем, именно используя ее. Поэтому есть карта юниора, пожалуйста, любой ребенок может. Як проходять тренінги? Яку інформацію ви надаєте дітям і з якими набутими вже знаннями вони виходять після тренінгів? Тренинги проходят в игровой форме. Это время занимает где-то около час-час 15. Мы с ними начитываем небольшой материал и потом в игровой форме закрепляем. То есть дети работают в команде, дети работают индивидуально, учатся себе презентовать. То есть это очень интересные... Тобто не тільки якось управляти грошима вони навчаються, але і якісь лідерські якості у них з'являються. Конечно, да. Комплексне навчання. Комплексне, да. Темы самые нужные, как я считаю. То есть начинаем мы с того, что изучаем, что такое деньги, потом у нас есть темы семейная экономика, семейный бюджет, финансовые цели, как ставить, как правильно мечтать финансово и достичь этих целей. Есть, с малышами рассчитываем, что такое цена товара, из чего она складывается, как правильно покупать вещи, на что надо обращать внимание. Более старшая школа, к ней добавляется уже ораторское искусство, как я говорила, тайм-менеджмент, то есть мы учим, как распределять свое время, чтобы можно было его правильно потом использовать. Также старшая школа у нас, ребята, учатся, как правильно сделать свой первый стартап, то есть маленький бизнес-план, а последний тренинг по всем ну, по всем детям разного уровня у нас защита стартапа. Даже малыши защищают, мы приглашаем кого-то из бизнесменов, предпринимателей, и они у них принимают их идеи, где-то критикуют, где-то подсказывают, но это действительно очень все серьезно и... Де мої 17 років? Ви такі речі розповідаєте, про які, наприклад, мені також хотілося б навчити, як правильно обирати товар, як правильно дивитися на ціни.
Чи навчають ваші дітки, ваші вихованці, потім своїх батьків, приходять батьки і кажуть, в нашій сім'ї тепер бюджетом займається дитина. Да, да. І іноді навіть батьки залишаються на тренінгу і кажуть, боже мій, чому я не знала об этом раніше? Да, поэтому я считаю, что не воспользоваться этим проектом, это было бы просто неразумно, потому что это сейчас это требование времени, это крик души у многих родителей, и дети уже в этом возрасте, они понимают, что такое деньги, как они зарабатываются. Мы же рассчитываем, им показываем, что родитель, сколько он зарабатывает, сколько тратит времени для того, чтобы обеспечить семью. Они это понимают, да. З якими ще навичками і набутими знаннями після тренінгу вже виходить дитина? Ось ми з вами обговорили про те, які семінари проходять, які тематики. А ось дитина прочилася, пройшла цей блок, захистила свій стартап. І ось у житті, де вона може ці свої знання втілити? Во-первых, в сфере просто вот пользования финансами. То есть они уже понимают, как пользоваться карточкой, они уже понимают, где какие есть финансовые могут быть опасности, на что нужно обратить внимание, как правильно это все делать. То есть они никогда в интернете уже не сделают... То есть дитина теперь будет захищена от шахраев? Так, да. Они это понимают еще с 6-летнего возраста после 3-го тренинга. Что можно говорить, что нельзя говорить. То есть это... прямо на злобу дня. А старшие ребята уже даже определяются с профессией, потому что мы же ведем еще профориентационную деятельность, они узнают, что такое профессия банка, как этим пользоваться, и потом, вы же понимаете, что без финансов, без банка никуда не деться, и чем раньше они поймут, как этим пользоваться и какие бывают опасности, тем у них хорошо сложится жизнь, более успешно. Наши выпускники, я за ними наблюдаю, мы уже работаем с 2007 года, я их вижу, кто-то работает уже свой маленький бизнес, кто-то вернулся к нам в банк, работает уже специалистом, и все они до сих пор у меня вот где-то в контактах, они у меня до сих пор поздравляют с праздником, как учителя, говорят о своих результатах, есть ребята, которые прошли школу и работают журналистикой, то есть всем им это полезно, все, что прошли. Сьогодні, раніше в нашому ранковому ефірі, ми поговорили з психофізіологом про те, що таке шопоголізм, про те, що людині необхідно якось утримувати себе від небажаних покупок, що необхідно ставити собі ліміт на картку. Я розумію, що завдяки вашій школі фінансової грамотності, до цього спеціаліст Любов Чагринська сказала, що необхідно це починати з дитинства. Ось ваша школа допомагає якраз розпочати з дитинства і адекватно розраховувати на свої кошти. Совершенно верно. Діти і... Смотрите, маленький ребенок приходит к маме и говорит, мама, идем в магазин, идем, давай сложим список. Или они уже понимают, у них есть одно из таких заданий, сравните цены в магазинах, которые находятся рядом с вами. Знаете, когда маленький ребенок в 7 лет приходит и говорит, а вот здесь вот дороже, потому что, вот, а здесь дешевле, потому что это дорогого стоит. То есть они это... понимають, а це здорово. Усвідомлення дійсно потрібності цього товару, да. І усвідомлення, да. Можливо, не звертати увагу на безліч знижок, а адекватно оцінювати ціну товару, це дорогого варте, і цьому варто повчитися навіть дорослим. Але також, я думаю, що ваша школа допомагає батькам трошки зменшити вредливість дітей, коли дитина заходить до магазину, до супермаркету і каже, хочу цю ляльку. От хочу. Тепер дитина подумає, чи варто їй придбати цю ляльку, чи, можливо, треба почекати і потім назбирати гроші, да. Купити щось більше. Вони відповідають на питання. У нас є така тема. Ми розбираємо, що таке желаемые покупки и необходимые. Вот мы всегда даем задачу в конце, вы поймите, что если вы не, родители не закрыли необходимые покупки, там какие-то траты, то мы не имеем права ничего желать, и они это понимают. Школа, в розумінні усіх зараз нас, це те, що розпочинається з 1 вересня і до кінця травня. А ось як діє ваша школа, коли проходять тренінги, коли батькам можна до вас звертатися? Мы работаем ежемесячно. Мы набираем группы каждый месяц. Тобто навіть на канікули батьки можуть знати, що ось такий варіант табору літнього у них є. Вони можуть привести свою дитину і навчити фінансової грамотності. Да, любой родитель берет своего ребенка или сам может подать заявку. У нас есть официальный сайт Юниорбанк, в поисковике можно найти. Там есть подача заявочки на обучение в бизнес-школе. Сейчас открыт набор на июль и август месяц. То есть открывается. Тобто можна ще встигнути цього місяця, вже липня.
тренерами. Так, подается заявочка по телефону, оформляется карточка, дальше связывается тренер, и мы уже набираем группу. Группа, ну, 10 человек мы обычно больше не берем, потому что это более результативно, когда детей меньше. Вычитываем 8 тренингов. Если ребенок маленький, иногда ему даже интересно, он идет через какое-то время более в старшую группу. Тобто нас... можно буде проходити, да, як у школі. Да. Молодше, середнє і доросле. У нас очень много діток, которые учатся, приходят на несколько сезонов и занимаются постоянно, уже сдруживаются прям целые группы. И заявку можно подать, опять же, в любом отделении банка. Если не разберется, в Приватбанке есть тоже такая ветка. Сотрудник может помочь. Поэтому будем рады видеть всех. У нас есть 3 обучающих центра. Открыли мы специально для разных районов города. Один находится на, в отделении Кобзарь, на проспект Центральный, 122/9. Это между Садовой и Третьей Слободской. Там отдельный прямо кабинет у нас есть. Плюс отделение Бухское на Озерной, тоже в отделении банка специальное помещение. И на Солнечном, возле Варваровского моста, на Мостостроителей 17/12, у нас есть там именно отдельное помещение для юниоров. Вот эти 3 центра, пожалуйста, кому удобно, можно записываться по адресу, и дальше уже будем оформляться и заниматься. Вы сказали, ось вас промайнула фраза, що одна з мам сказала, залишилась на тренінгу, і після цього сказала, як важливі для неї ці знання, які вона набула. Чи матимуть змогу батьки також бути присутні на цьому тренінгу, щоб також чомусь навчитися, десь там тихенько посидіти, послухати? Так, звісно. Да, да. Ми розрішаємо, тому що це полезно всім. Нам абсолютно интересно, чтобы все это знали. Вообще, нам, Украине нужны грамотные граждане, успех – залог здоровой страны. Дякуємо вам за те, що дійсно збільшуєте рівень фінансової грамотності у нашому місті, у нашій країні, за те, що займаєтесь такою важливою справою. Можливо, дійсно, з вашою допомогою, за допомогою вашої школи буде менше шопоголіків, буде менше людей, яких обманюють шахраї, які готівкові шахраї. І дійсно ми зможемо сказати, що економіка у нас тільки на вищому рівні. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні до нашої студії завітала керівник школи фінансової грамотності Наталя Гончарова.